Ну что ж, ариару, мои маленькие любители, покушать, это какой-то неправильный и спонтанный финал сезона по City Skyline. А, ну, это как бы, тут произошел небольшой казус или конфуз, называйте как хотите. Но смысл в том, что все сохранения, которые у меня были по City Skyline, они в общем слетели. А значит, и сам город был отправлен в бездну бытия. Сие деяние было вызвано переустановкой винды и по моей глупости. Даже несмотря на то, что я сделал сейв, все было удалено. Я перепробовал кучу способов по восстановлению, но в итоге вынужден констатировать, что тот мир был безвозвратно утерян. И я приношу свои искренние извинения, что мне пришлось вот так вот оборвать этот сезон. И обещаюсь приложить все свои усилия для того, чтобы следующий сезон по этому чудеснейшему городостроительному симулятору был во много раз лучше. И не переживайте, я буду делать сохранение после каждой серии во избежание вот таких вот казусов. Ну а если посмотреть с другой стороны, мне кажется, что так даже будет лучше. Ведь за первый сезон вы мне столько всего насоветовали, да и я сам немножко подобрался опыта. А значит, следующий город будет только лучше. И я вижу, что вам очень нравится то, как мы вместе делаем шаг за шагом к развитию и процветанию вашего города. А значит, я буду продолжать стараться делать для вас подобные видеоролики и каждый раз улучшая их качество. Ну и в принципе, это не основная часть подкаста подошла к концу. И те, кто пришли смотреть новую серию, я приношу свои искренние извинения, что ее нет по расписанию. Но гарантирую, что дальше будут выходить ролики в штатном режиме, только уже в новом городе и с новой территорией, где можно придумать еще кучу интересного. А теперь, когда остались только те, кому действительно интересно все происходящее в жизни канала, эта часть видеоролика именно для вас. Как вы понимаете, часть с городом входила в основную вселенную канала. И когда-нибудь я все подробно объясню, но пока времени настало. Но вы же у меня умненькие и по подсказкам могли бы и сами понять, о чем я говорю. Так вот, из-за удаления города выполнить его плановый сюжет не представляется возможным. Для вселенной канала он все же будет существовать, но где-то параллельно на фоне с новым сезоном, с новым городом. И возможно, иногда они будут как-то переплетаться, чтобы, например, переправить сырье, предупреждать о метеорологических угрозах, ну или тому подобное. А проект, который я хотел развивать в нем, будет уже развиваться в новом городе. Я надеюсь, что я объяснил понятно. Если же нет, то комментарии всегда открыты. И не отходя от темы сохранения от Римочки, потеряны не были и сохранились. Ну, вернее, они удалились, но мне удалось их восстановить через кучу костылей и имя какой-то там матери. И по этому сезону будут выходить серии в штатном режиме, так что переживать за это не стоит. И тем более, что там и так куча снятого материала. Еще на канале параллельно с этим развивается еще и Зомбоид и КСП. Так как Зомбоид новый цикл, и он вам зашел, и даже по пилотному ролику его цикл продолжится еще с большим энтузиазмом. Ну а с КСП не так все гладко. Отснять весь материал я не успел. Я работал над чем-то очень глобальным в ней, но, к сожалению, не удалось сделать концовку, которую я бы хотел. Но не стоит огорчаться. И, возможно, то, что у меня получится в итоге, после монтажа, понравится мне даже больше, чем то, что я планировал изначально. И спасибо за это нужно сказать Вии. Ну а теперь о качестве видеороликов и монтаже и прочем. И как я люблю говорить, тут не все так гладко. Что бы я ни делал, какие бы настройки ни менял, даже сносил систему, чтобы начать все сначала, но в итоге я вынужден признать, что достиг на данный момент предела по качеству видеороликов. Имеется в виду картинки. И моя видеокарта RX 560 Asus-овской версии, которая была куплена когда-то по тупейшему стечению обстоятельств и даже на момент покупки не была наилучшим решением. Ну а сейчас я очень устал от ее чудачеств. Только не говорите это ей, а то она и так с характером и еще может начудить чего. Так вот, как бы я не хотел поменять ее на более хорошую модель, более новую, но не имею на это никаких прав. Скорее всего, дело в финансовых причинах. Не секрет, что малопопулярные каналы не получают денежных средств от слова совсем. Ну а работать и учиться в ВУЗе сложно по определению, поэтому и сложилась вот такая вот ситуация. Так, вы не подумайте, что я вам ноюсь, типа, ой, я такой бедный, задонатьте мне денежки, фу.
Я просто делюсь своими эмоциями и переживаниями по этому поводу. И к тому же я хочу попросить у вас прощения за то, что не могу более улучшать качество своих видеороликов. Хотя и сам понимаю, что это далеко не мой предел. Но в будущем я все же надеюсь сделать вау-эффект. Ну а для себя я за примерно 1.5 года успел оборудовать комфортные условия колхозом и всякими подручными средствами. Комфортное место для ведения этого канала. Из must-have вещей, пожалуй, останется только сама начинка. Хотя вот сейчас сижу и думаю, надо было скорее всего с нее и начинать. Ой, дебил. Но зато мы сейчас имеем качественный, надеюсь, звук и отличное настроение. Ну а если и так, то я буду продолжать заражать вас своим хорошим настроением, радовать креативными идеями, поражать инженерными способностями и заставлять смеяться от моей тупости и строить для вас этот укромный уголок Мамору. Ну, наверное, когда я сказал все, что хотел, приглашаю всех, кому не все равно, в комментарии для вопросов, на которые я всегда готов ответить. Ну и на этом видео подошло к концу. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Ждите новых серий. Еще услышимся.